24 ноября Казанский федеральный университет презентовал проект по созданию регионального центра инноваций. Правительством Российской Федерации разработан федеральный приоритетный проект «Вузы как центры пространства инноваций». Университеты должны трансформироваться в некие центры создания инноваций по обеспечению и решению задач социально-экономического развития Республики Татарстан, созданию новых точек роста и компетенций в сфере образовательной деятельности в области инноваций, исследовательских, технологических разработок, ну и обеспечить, конечно же, вовлечение студентов в этот процесс, в том числе и на ранней стадии реализации, развития технологического и социального предпринимательства. Вузы не только готовят специалистов для различных научных центров и предприятий, но и самостоятельно разрабатывают технологии и совершают научные открытия. Идея проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», этот проект, он и есть, значит, вот, часть вот этой идеи, то есть создание малых предприятий, большого количества малых предприятий в России именно на базе вуза. Потому что молодежь, которая получает компетенции, знания, она как раз из вузов выходит. Да? Вот в это время нам нужно вот этих людей собрать и создать предприятия, чтобы они новейшие такие вот, значит, научные открытия, достижения, технологии, медали в реальную экономику. Поэтому в Казанском федеральном университете планируется создать региональный университетский центр инноваций по трем направлениям – в области инновационного, технологического и социального развития. Работа по всем направлениям будет вестись в комплексе, так как они взаимосвязаны. Идея их такая, в общем, чтобы создание, во-первых, вообще внедрение тех научных открытий и научных достижений, которые в университете достигаются. Ну, кроме того, собираются не только университеты, но и со всего мира, как бы собираются, да, концентрируются эти технологии, компетенции. Потом, значит, передаются вот новые предприятия. Это точка, где самые новые технологии внедряются в вот предприятия. Малые, большие, там, крупные предприятия, во все предприятия региона. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев представил проект университетского центра технологического развития региона в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Модель университетского центра социального развития региона в области инноваций и предпринимательства представил депутат Госсовета Татарстана Андрей Артемьев. На базе университета проводится подготовка специалистов, будущих кадров для сферы государственного муниципального управления, поэтому это тот ресурс, который может использован для именно анализа, именно оценки социальной сферы, оценки, анализа, мониторинга региональных программ социальной направленности. После выступлений заместитель министра экономики Республики Татарстан Булат Хазиахметов предложил одобрить план мероприятий и достигнутые результаты за 2017 год по трансформации КФУ в университетский центр технологического и социального развития региона. Следующий этап – очная защита проекта в Министерстве образования и науки России. По ее результатам будет принято решение о присвоении статуса университетского центра. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.